Всем привет из жаркой Рязани. Сегодня 19 июня 2021 года. И мы на одном из пляжей города. Это озеро Орешек или Ореховое, которое находится в районе лесопарка. Сегодня очень тепло. Плюс 25 или даже 27, я не знаю, но солнце очень жарко. Мы пролежали под навесом, под зонтиком целый час. Нам показалось, что очень жарко, и даже под зонтиком, ну, как-то не спасаешься от жары. Плавать мы не решились. Видите, народу здесь так много, народ купается, говорят, что вода теплая. Там вот видно, да? Там река, и сюда вот она втекает. То есть холодная вода реки втекает сюда, в озеро, разбавляется, наверное. Поэтому я не знаю, какая температура воды в этот день. Надо будет почитать в интернете. Ну вот, народ говорит, что жарко. Жарко. Здесь есть вот на пляжу зона для детей, для купания, для взрослых. Кто-то плавает на байдарках, что удивительно. В этом месте на матрасах. Сейчас вот пойдем чуть дальше, покажу, как там, если они сейчас будут прыгать, катаются как бы на... Да нет, не на лыжах, я не знаю. Ну, в общем, там ныряют, там что-то натянуто между берегами. И народ развлекается, прыгает в воду. Вот такой аттракцион. Вообще здесь очень чистенько, хорошо, тепло. Это один из пляжей, где мы побывали в первый раз. То есть мы были здесь, когда еще не был открыт пляжный сезон, где-то в середине мая. Было очень тепло, здесь было немного народу, но еще не работали вот спасательные вышки, ничего не работало. Подъехать к пляжу можно с той стороны, поставить машину. И также вот мы подъехали с обратной со стороны, то есть мы переехали мост, который с Солочинское шоссе, заехали под мост и поставили там машину, где-то вот в том месте отдыхаем. Сам пляж вроде должен быть с песком, но травка пробилась, народ отдыхает на траве, и какие-то небольшие такие островки песка. Ну, достаточно чисто, хорошо, нам понравилось. Я не буду ходить там снимать, никого смущать не хочу. Там вот поодаль напитки, мороженое, музыка играет. Чуть подальше, вот по аллее, можно взять велосипеды. Там скейтборды, нет, велики и, ну, короче, эти какие-то такие двухколесные фигни кататься. Забыла их название. Вот, ездить здесь на машине нельзя. Вот эти штуки. Как они, самокаты, да? Здесь видите, какие ограждения лежат, чтобы машины не ездили. Здесь лес с другой стороны, это лесопарк. В общем, очень-очень даже неплохо. Мы выехали первый раз. Это, можно сказать, у нас пробный выход позагорать. Но так как для нас это солнце жаркое, поэтому мы поедем дальше. Сейчас посмотрим, есть тут еще озера, как называется, карьеры. Посмотрим, сколько там народу. Ну, а здесь вы видите, вроде бы ничего тогда. Нам понравилось. Самое главное, что это будет недалеко от дома. Мы вот на Солочи, то есть вот с той стороны наши дома. Можно и с этой стороны, и с этой стороны. На велосипедах многие приезжают. Эти ставят велики, тут же загорают, отдыхают. В общем, достаточно мирно здесь, спокойно. А, я назвала байдаркой вот это. Мужчина плывет. Нет, это не байдарка, это обычная надувная лодка. Ну, так как уже время обеда, такое солнце палящее. Пойдем мы проедемся по городу до следующих мест. Посмотрим, как там, ну, какой там вообще сервис, комфорт и вообще. Вообще здорово, здорово. Главное, что тепло. Везде есть туалеты. Вот такие. Достаточно чистенькие. Что можно сюда будет иногда заглядывать на велике. В жару просто на велике мы не ездим. А вот на машине приехал, поставил. Нормально. Перебор.
общем, посидели, потомились на солнце, поплавили сало и решили поехать на карьеры, посмотреть, какой там пляж. К сожалению, я не поснимала, мы не были на самом пляже, вот тут вот рядышком загорали на песочке. Ну, не загорали, просто наслаждались солнышком, теплом, но не под палящим солнцем. Купили себе зонтик. Я хотела вам показать, сейчас в городе деревья вот с таким пухом. И здесь тропинка, по которой мы ездили на великах как-то с Серегой туда в лес. Смотрите, какая она вся запушенная, как лесная сказка. Как снег, да? Ватка, ватка такая снежная. Какая красота. Показать, вот, не буду ближе подходить, видите, вот такая штука, парень на такой водной лыже летает, вот полетел, потом развернется, поедет обратно, подпрыгнет на трамплинчике. Ну-ка посмотрим, да? Ух. Ну, что он объехал. Вот так вот. Он как красиво так, куда деваться. Это как раз вот поодаль от основного места, где все загорают. Здорово. И место это называется вот так. А потом вытворяет там какие колдобуберы, да? Подпрыгивает на трамплинчики, падают в воду. Ну и народ смотрит и развлекается. Мы идем дальше. Ой, какие хорошие здесь беседочки. Ну что, он будет заезжать? Вот он заехал. А, прыгнул в воду. Все. Так в Рязани развлекаются. Водные лыжи, типа. Девчонки лежат загорелые. Блин, завидую, им еще загорать могут. Ух. Мы приехали на еще одно пляжное место, это карьер в районе Ленты. И знаете, здесь пляж больше похож на пляж. Во-первых, потому что здесь песок. Карьеры, я так понимаю, они после того, как в них песок набирали. Поэтому здесь такой песчаный берег. Ну, может, не поэтому. Ну, карьер. Почему их называют карьер? Естественно, потому что раньше здесь набирали песок для строительства. Я вообще, кстати, такой горячий песок. В осанушках здесь, в сандалиях ходить невозможно. Я босиком. Купаться мы не решаемся. Я надеюсь, мое видео не заблокируют за использование иностранной музыки, которая орет, тут невозможно даже разговаривать. Зона, конечно, отдыха очень большая, потому что, смотрите, вот место, где играть в волейбол, кафешки. Немного, ну, конечно, мороженое. Вот там вот переодевалки. Здесь проходит трасса, я так понимаю, объездная. Ну, по-моему, это она. Ну, и он громадный, он тянется в длину туда очень-очень далеко. О, даже душ есть за 50 рублей. Администратор предоставляет кальян и пляжный инвентарь. Беседки, качели, шезлонги. Так, в час. Сейчас посмотрю оплату. 500 рублей в час. Качели 300 рублей в час.
матрасы для купания на день, удочки, лодки, зарядки для гаджетов тоже за деньги. Ну, я, конечно, по пляжу не пойду, там снимать народ, смущать не буду. Здорово, что здесь тенечек, да, и можно это в тенечке позагорать под деревьями. Тут полежать, точнее. Ой, как здорово здесь, пипец. Вот здесь мне нравится, конечно, больше, чем на Орешке. Я думаю, что мы сюда приедем, потому что здесь хорошо, да? Сегодня мы не готовы купаться. Тоже стоит вышка, где... Спасатели караулят, детская зона огорожена. Народу сегодня очень много. Ну, почти тридцатник, как оказалось. Я думала, что градусов 25, не, пишут 28, выдают, а на солнце, я понимаю, что и больше. Надо уходить. Да, мы пошли с жары. Показала вам самое основное, точнее, два пляжа этого города, которые мы просто изучили методом тыка. Один и второй. Ой, хорошо, народ отдыхает. Конец июня. Вот такая погода в Рязани. Чудесно. Ну, а мы поехали дальше. Дома прохладнее. Посидим дома. А приедем сюда поплавать вечерком. Когда вода прогреется. Потому что до этого было не очень жарко. Вот так вот.